Так, это фонтан. Я просто вот показываю, как это в целом все выглядит. Вот мы хотим сюда попасть. Вот. Вот. Дефибриллятор на остановке в глухой деревне. Тут можно пересчитать семьи по пальцам. Посмотрите. Это администрация установила. Там дефибриллятор внутри находится. Я просто не хочу открывать. Она будет... вот. Вот, это, поэтому я это делать не буду, но там дефибриллятор находится, понимаете? Вот, люди, я вот что хочу сказать. Нужно объединяться. Нужно объединяться, мы уже вот, уже навидались, да, мы все уже поняли, что Запад, он не загнивает, это что, это был все миф, все это было вранье, чтобы люди в России, они никогда не знали, как хорошо на самом-то деле живется в западном мире. Вот, я показал сейчас, это самая глухая деревня, вот, в Баварии, вот малюсенькая, я же говорю, тут можно семьи пересчитать по пальцам. И все равно администрация посчитала нужным, а мало ли что, да, может случиться на остановке. Добавили дефибриллятор, понимаете? И это абсолютно возможно то же самое сделать в России. Все возможно. Но это нужно отвоевывать, свободу. Свободу нужно отвоевать у этого спятившего диктатора, который пересидел просто, не зря же его пересидентом называют. Поэтому правильно говорил Немцов Борис, что никакие санкции его не остановят, они могут сделать ему просто жизнь хуже, но остановить его только сможет народ. Вот. И я всегда говорю, что даже одной трети Москвы вот так вот хватит. Вставай, страна, нас убивают.